Приветствую всех в 8-м эпизоде Kingdom Rush Месть. Я думаю, мы выберем героя вот госпожи вампиров нового, которого нам выписали. И попробуем пройти 8-й эпизод Замерзшие ручьи с ней. Посмотрим, что она может. Дикарь север находится. Лучниц уже. Вот. Ну, как в описании было сказано, летучая мышь превращается, чтобы на дальние расстояния бегать. Окей. Либо здесь. Наверное, здесь поставим. Орков. Ну, поскольку тут башня лучника, как в первой части, хоть самая лучшая, наверное, будет здесь поставить. Опереть будет очень много. Возможно, здесь стоит как раз в этот раз поставить ракетную вышку вот эту, да? Возможно. Я не уверен на самом деле. Ну посмотрим, ладно. Так она сразу превращается, да? Ну ладно. Ничего, можешь. ХП много становится, да? И атака увеличивается. Ну, понятно. Все равно это ненадолго. Надеюсь, я не ошибся, что сделал вот это вот. Так, вызываем. Опа, корабль викингов подъехал. Драккар чистый. Вот это жестко. Северный берсерк. Там бесконечной яростью они вращаются и крошат врагов вокруг себя в мелкую труху. Урон по площади, ну естественно. Давай сразу. Студим тыл немного этого берсерка. Лютого. Герой пойдет с ним. Сражаться, так сказать. Ну, здесь просится башня лучника, я думаю. Здесь вот тоже что-то просится. Давай вот сюда. Только они накидывают, смотри, как жестко ей. А, она телепортнула его. Нормально. Ну все, полег берсерк. Пингвины тут. Они довольно быстрые КД на самом деле. Так, вот это очень много идут. Возможно, стоит использовать сразу же. Все, максимально я улучшил уже 7100. Ну да, наверное, все-таки это не было ошибкой. Тут усилим. Так. Возможно, здесь еще одну заглушку лучше поставить. Ну, в принципе, я согласен, да. Так, вызываем. Голда всегда нужна.
на вышек. Так, берсерк отсюда идет. Немного задержим его. И героя подставим, наверное, все-таки. Пусть сражается. Орки не должны страдать. Ну, герой медленно качается, мало убивает на самом деле. Нет каких-то способностей, нет, только форма ее, по сути. Ой, два берса, ё-моё. Ладно. Отстанем их, да, немножко снесем. ПП-шечку. Не-не, орки. Пожалуйста. Ненормально все. Некоторые живы, орки, так что никто не пройдет, так сказать. Так, это что такое? Боевой медведь Нанок. Невероятно выносливые медведи в доспехах. Они первым бросаются на врага в самом начале сражения. Средняя защита атакует врага. Настало время вышки мага. Что ли? Ничего себе. Да, все-таки тут нужно было ставить. Так, а ты умираешь, что ли? Не, такого не надо. Сразу хп восстановилось, когда форма вышла. Неплохо знать это. Ой-ой-ой. Сколько вас? Давай лучше до конца. Так, вот этих надо высекать. Поехали, берсерк. Ты тоже стой, жди своей очереди. Ну да, она толстая, реально, танчит нормально так. Так, медведь идет. Медведя задержи, нет? Или будем все вместе месить его просто? Ну, в принципе, почему бы и нет? Давай сюда. Но раз они идут здесь, то мы поставим. Не дотягивается. Вот это жестко. Так, а башню лучника что, филонит, что ли? Слабо бьет этих виверн. Вот как раз для этого, я думаю, здесь придется поставить. Чтобы, если что, они вот этих. Вот оно, вот. Про это я и говорил. 5 хп, ну куда? Куда ты лезешь? Продвини даже чуть вот так их. ХП свое восстановить, что ж ты сражаешься без остановки. Я хорошо. Не. На дороге пусть стоят больше. Ну, тут одна вышка, одну верно убирает как раз. Это славно. Можно еще? Тут, наверное, не предвидится каких-то лютых. Они отсюда прут. Прут отсюда, да.
Давай. I never drink wine. Даже не знаю. Ставить тут еще ракетницу? Возможно. Почему бы и нет? I find your suffering not my blood type. To infinity and beyond. Ну да, да, толсто, много идут, смотри, как много. Это прям, кто там у нас? Убийца быстро развивается, разбивается на осколки. Суперохотник. Самые опасные хищники в горах, умирая, они оставляют все суперосколки. Ну, посмотрим, что это такое. Что за осколки там оставляют? Так, орки. Опа, опа, это что такое? Это что такое? Вторжение, вторжение. Но я к такому был не готов. Посмотри, что делает. Охотницы еще летуют. Просто летуют. Да, вот он Kingdom Rush, как обычно. Как в первой, по-моему, части, где там сквозь леса прорубались. Тоже довольно неожиданно. Ничего, спел откатился. Надо еще грозить. Орков не хватает, потому что уже. Давай сразу капитана. И подхил. Куда, куда собрался, сынок? Так. Ситуация накаляется, даже кто-то прошел, он уже один. Медленные лютые мишки. Давай. Орки просто гибнут, жертвуя собой. Не давая пройти, так сказать. Ну что поделать, тут какая-то лютость происходит вообще. Вот это вообще просто беспредел был. Так, а еще провтыкал, да, немножечко? Ну ладно, вышку догрейдим, чтобы не особо беспокоиться тоже. Возможно, стоит еще тут поставить орков, но не знаю. Сверху пока не очень страшно. Хотя вот, смотрите, супер охотник, здрасте. Ой, берсер. Так, давай. За хил даже не спасает их, смотри. Ну, слева, благо, все пока в порядке. Захилиться ты не хочешь?
Ладно. Потратимся. Может, там что-то слишком много. Хорошо, хорошо. И фамильяра ее тоже. Летучая мышь кусает этих воздушных. Что нам на руку? С этим, мне кажется, проблемно. Это яд вдалеке накидывает. Урон оркам, пожалуй. Подкинем. Ну что это такое? Ладно, ХП нужно восстановить. А, вот она, в чем проблема. Загрызем. Ладно, нет на тебя времени. Все, орки полностью вкачаны. Так, вышечка. Хорошо. Возможно, ворона тоже. Может, тут вообще ДПС не хватает. Нужно все качать. Not my blood type. Как они душат, а? Герой пусть здесь стоит. Так, виверна. Ну все, пока под контролем. Вот это чё? Новый враг. Ледяная ведьма. Могущественная ведьма, которая способна создавать живых существ изо льда. Могут заморозить любого врага. С ним магия. Но они прям что-то не жалуют. Так, это что такое? Уже одни берсерки идут. Это вообще что это такое? Давай тогда здесь поставим. Опять я подскакал, ну ладно. Тут орки навтыкают им, да? Да, вот левая сторона самая лучшая. Тут прям хорошо им накидывают. Тут даже не нужна заглушка. Раз. Больше здесь. Хорошо. Сразу же вызываем. Давай волну качнем. Почему бы нет? И пусть доспехи жжет. Так, перевоплощение. Это что, тут становится жарковато. Ну и подстанем тоже, давайте. Так, ну-ка отступать. Очень жестко. Слишком много всего происходит. Отдохни, отдохни. Берсерки лютуют, конечно. Так, ХП восстанови. Покусай берсерков этих. Мишка тут что-то хочет прямо. Так. Держаться, держаться. Снова можно переплатиться, почему бы и нет. Почему бы и нет. Так, аккуратно надо.
броню сожгли, да? Отлично. Так, отступить, отступить. А, вот в чем у нас проблема. Убить. Подальше. Перевоплотиться. Ну, мишки падают вроде, но типа довольно долго все равно. Так, финальная волна. Так, вот это нужно убрать тогда. Мы их орков убрали тут. Нет, они еще живы. Так, тут я должен улучшить уже. До конца. Давай, пусть телепортирует, почему бы нет. С орками это все вкачано. Но остается только вот такие вещи уже раскачивать. Пусть клюют. Не достает, да, вот сразу. Давай мины вкачаем. Пусть раскидывает мины. Что, мишки одни остались тут? Все. Почти 20 жизней. Ну, блин. Конечно, 3 звезды будет, но... Обидно, обидно. Какой-то ушлепок прошел все равно. Давай все используем, чего ж. Да, никого босса нет тут. Хорошо. Ну да, стрелковые вышки тут... Это типа беспроигрышный вариант какой-то. Новый герой, склеп с привидениями. Новые башни. Понятно. Что ж, спасибо, что смотрели. До встречи в новом видосе.